Теперь, дорогие друзья, мы будем читать 19 главу книги «Деяния апостолов». Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, прошед верхние страны, прибыл в Ефес и, нашед там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Пришед в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тиранна. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса я знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и еленам. И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 000 драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе прошед Македонию и Ахайю идти в Иерусалим, сказав: «Побывав там, я должен видеть и Рим». И послав в Македонию 2 из служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался на время в Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше? Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти по всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Выслушавши это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Ефесская!» И весь город наполнился смятением. Схвативши македонян Гайя и Аристарха, спутников Павловых,
они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, послали к нему и просили не показываться на зрелище. Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около 2 часов кричали: «Велика Артемида Ефесская!» Блюститель же порядка, утишив народ, сказал: «Мужи ефесские, какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини ваши не хулили. И если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании, ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание.